Всем привет, с вами снова Эдуард Шарунов, и сегодня мы разберем песню «Герой с тысячу лиц». Сегодня для разбора я выбрал концертную версию песни, которую мы играли в главклубе. Итак, мы начинаем со вступления. Далее идет куплетная часть. Обратите внимание, что концовка первой и второй части куплета отличаются. Там разные аккорды. Далее припев. Далее я бы хотел разобрать соло, но соло не из живой версии, как я говорил ранее, а из оркестровой версии песни, которая была записана несколько лет назад с Павлом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, какие бы хотели песни увидеть еще в разборе. Подписывайтесь на канал Павла Пламенева, на мой канал, на Инстаграм. Также вступайте в группу ВКонтакте, там будет информация по поводу моих очных уроков по гитаре в Москве, также уроков по скайпу. И, как обычно, табулатуры к этой песне вы найдете по ссылке в описании.